זה היה שחר של תחילת המלחמה. המלחמה הפטריוטית הגדולה. הצבא הגרמני פתח במבצע ברברוסה, ותקף את ברית המועצות לאורך הגבול של אלפי קילומטרים, מהים הבלטי ועד לים השחור. המתקפה הייתה פתאומית ואכזרית. מבצע ברסט היה רק אחת מהנקודות על מפת הקרבות, אבל לחימת המגינים העניקה לקרב על המבצע מימד סמלי של זיכרון הגבורה. מה שאנחנו רואים אינו סרט מלחמה, אלא תסוגת שחזור הקרב המתקיימת מדי שנה בשטח המבצר. שחזור המלכד אלפי צופים סביב הזיכרון של הרגע בו החלה המלחמה הנוראית מכל. עם המתקפה על ברית המועצות החל גם מימוש שאיפתם של הנאצים לפתרון הסופי, השמדה טוטלית של יהודי אירופה. Мы находимся в месте, которое было центром гетто Минска. Это было и до войны площадь Юбилейная. Здесь было много свободного места, и фашисты могли здесь собирать большое количество людей. Именно здесь стояли виселицы, которые время от времени устанавливали, и людей здесь вешали. Люди начали бояться с первых же дней, потому что именно первые дни, когда они почувствовали самое страшное, это вседозволенность тех, кто их здесь держал. Никаких ограничений над издевательствами, над людьми не было. С ними не просто не считались, а вообще не принимали во внимание вообще их слова, их действия. Их могли в любой момент. Вот заходит человек, и он может их убить. Без всякой причины.
только потому, что они евреи. Вот это. Они насиловали женщин, они насиловали девушек. Причем это было совершенно открыто. Известны случаи, когда насиловали до смерти просто, и уже женщины и девушки не оставались в живых. То, что они видели, то, что они пережили, это не вкладывается ни в какое человеческое понятие. Поэтому они были лишены, ну, не просто прав, они были не люди. Они даже были не звери, как ты говоришь, потому что звери как-то тоже есть, да, их надо накормить, и, ну, как-то за ними посмотреть надо. Они были ничто. Трудно даже понять и представить себе, как они находили силы в себе жить. Жить, я уже не говорю подпольем заниматься там, ну не все же потому, что это занимались, но просто выжить. Поэтому были люди, которые не могли жить просто. Они не выдерживали, они не могли жить. Кончали самоубийством. Кончали самоубийством. И были случаи, когда они просто не ели, не пили, чтобы умереть быстрее. Это дом, в котором мы поселились, когда было объявлено о гетто. Вот этот дом? Вот этот дом. Там, на втором этаже, в двух крошечных комнатках жила папина родная тетя с семьей. И нас поселили туда. И сколько вас всего? Нас было 5 человек. Нас и их 4 человека. Можете показать? Да, я могу показать. Вот этот балкон. Здесь и начался первый погром. Фашисты евреев называли жидобольшевиками, так как они считали, что именно только евреи, в основном евреи, это были большевики, и вся вина за то, что было при советской власти, накладывалась на евреев. И поэтому все было понятно, что именно в такие праздники, вот большевистский праздник такой, 7 ноября, вот им нужно было устроить вот такие уничтожения людей, показать, как они борются с жидобольшевиками. Накануне 7 ноября пошли слухи о том, что немцы готовят подарок, так сказать, в кавычках, для евреев. И все друг с другом советовались, что делать. А в соседнем дворе жила жена моего брата, который был в армии, с родителями. Она пришла, жена моего брата, и сказала нам, что они собираются на ночь идти на чердак ночевать, потому что готовится что-то нехорошее для евреев. И вроде сами, видимо, люди так хотели и сказали, что пожилых людей и женщин с детьми трогать не будут. Поэтому моя сестра с ребенком осталась, а я с мамой, мы ушли на этот чердак. Там было 26 человек на чердаке. И были родители вот этой нашей жены моего брата и ее сестра беременная, которая должна была вскоре рожать. Утром рано, 7 ноября 1941 года, на этой улице, которая называлась тогда Островского, начался
шум, машины въезжали. Люди стали подходить к окнам, смотреть, почему шум такой. Появились выстрелы. Мы все сразу встали, оделись и уже чего-то ожидали. Мы не знали точно, что это, но ожидали. И вдруг подъехала машина, немцы вылезли с машины и стали забегать в квартиры, выгонять людей на улицу. На улице строили два ряда. На четной стороне тротуара в один ряд, на нечетной второй ряд. Я оказался на одной стороне, мама и все родственники буквально остались на второй стороне. И мое стремление было и соединиться с ними. Я порывался перебежать эту улицу. Но когда я хотел это сделать, всегда направляли на меня или пистолет, или внимательно так посмотрел, я вернулся обратно. И все же мама не выдержала, сестра с мужем, с сыном перебежали на мою сторону. Я не помню, каким образом мы оказались все в разных местах. Мама отдельно, братья спрятались вот там, вот в том, последней двери, это выход был, под лестницей доски были. И они под досками спрятались. А я оказалась с папой каким-то образом. Вот этот момент я совершенно не помню, почему. И нас гнали вот так вот по этой дороге. Нас гнали, и папу заставили катить коляску с инвалидной женщиной. На чердаке были большие щели. И все прильнули к этим щелям, стали смотреть на улицу. Я лично видела, стояла у щели, смотрела, как по улице тащили. У нас была молодая женщина, беременная, Циля ее звали. Ее звали Циля Медицеп, это на идыш. Циля с косами, у нее косы были длинные. И вот эту Цилю беременную два изверга немцы тащили ее за косы по мостовой, а ее тело подпрыгивало на этих камнях. Сначала она кричала страшным голосом, потом она перестала кричать. Вы видели, как убивали людей прямо на улице? Прямо на улице. Я сам видел. Я оцепенел, когда увидел, как с пистолета прямо в грудь стреляет, и человек падает. Это было, ну, трудно передать, какое это заколдованное непонимание. Где я нахожусь, что это такое? Перед моими глазами открылась картина ужаса. Картина непонимания. За что? Почему? Вам было 11 лет? 11 с половиной лет. В одной части здесь района, так как это было 7 ноября, это праздник Октябрьской революции, который отмечался всегда в Советском Союзе. И тогда для того, чтобы лишний раз поиздеваться над людьми, фашисты дали людям флаги в руки, построили группу людей, дали им флаги. И сказали, вы привыкли ходить на демонстрации, вот вы и идите. И людей гнали сюда, в район хлебозавода,
Когда нас пригнали на Хлебную улицу, мама вместе с папиной тетей, с дочкой и с внучкой попали в колонну. Они раньше их гнали, и они попали в колонну. И мама все время в этой, внутри этой колонны отодвигалась назад. Здесь часть людей просто во дворе хлебозавода. Их сгоняли и заставляли сесть или на колени заставляли стоять на коленях. А часть людей грузили прямо в машину. Перед моими глазами стоят хорошо одетые, стройные, высокие, здоровые немцы с автоматами, с пистолетами. Рядом с ними полицаи, которые в синих таких костюмах с ленточкой на рукаве и заталкивают в машины людей. Буквально винтовками толкали, прикладами толкали в машину. Машины уезжали, и уменьшалась очередь эта. А мы стояли, и это был целый день. Потом на чердаке, где мы были, вот эта женщина беременная, у нее начались роды, она родила ребенка. Возле нее были женщины, была ее мама, папа был возле нее. Ей закрыли рот, чтобы она не кричала. А потом, через какое-то время, сначала было очень тихо, и через какое-то время раздался плач ребенка, крик. И все стали говорить на чердаке, вот теперь мы все пропали. Ребенок родился и кричал. И это, дедушка этого ребенка положил на него подушку. И стало опять тихо. Когда нас с папой пригнали, мама была в хвосте колонны. И когда она нас увидела, она крикнула папе: «Покажи Аусвайс!» И папа тогда пришел, как говорится, в реальность. Он, когда показал Аусвайс, маму из колонны выпустили, и нас посадили вот здесь, в левой стороне хлебзавода, к стене. Вот эта стена и есть. Было очень холодно. И все стояли на коленях, поставили. И немец ходил и хлестал мужчин нагайкой. Мама посадила отца сзади себя и прикрывала плечами своими. Загрузили почти всю ту сторону и перешли грузить нашу сторону. И буквально перед глазами осталось там, может быть, 50-60 человек еще. Вдруг была команда, и они прекратили загрузку машин. Потом мы постояли довольно долго, и нам сказали: все убирайтесь, чтобы разошлись. Когда стало темнеть уже, нас отпустили, погром окончился, но сказали, чтобы мы в
те квартиры домой не возвращались. В ноябре 41 года здесь была деревня. Это километров 5 от гетто, и называлась эта деревня Тучинка. И вот сюда стали привозить на машинах из гетто евреев. Тут были ямы, их стали выводить к этим ямам и стали расстреливать. Клали просто их штабелями и расстреливали детей. На них просто пуль не тратили. И оббивали край ямы и сбрасывали туда трупы. Нескольким человекам удалось потом выползти из этой ямы, и они пришли назад в гетто. В этот день кончилось ваше детство? В этот день кончилась моя жизнь. Когда мы пришли в свою квартиру, сестры уже не было с ребенком. Этих стариков, которые жили у нас, тоже не было. Квартира была настежь раскрыта. Все валялось, и никого не было. מתוך אנציקלופדיה, השואה בשטחי ברית המועצות. עם שחר בשבעה בנובמבר, הגרמנים ריכזו את היהודים בדרך לסלוצק והובילו אותם לכפר קמינקה. כאן העמידו אותם מול הברות החפורים וירו בהם. Ворахамим шехен медоймим ворахамов васумим уфтот ворахамим ахасидим вешувим ватемимим кейлой сакойдеш шемосунавшо малеке душат ашем הניופים ונעימים בחייהם ובמוי סומנו נפרודו מן השורים קולו מהרוו יוסבורו לעשו את רצון קולו בחופץ עצורו יזכרם אלוהינו לטוי בו עם שער צדיק יוי לום ואין קורוים נקמס דם עבודו השופו קקוסו ותוי רסמוי שאישו אלוהים הרין רואים עמוי כדום עבודו ביקום ונוקום יושיב לצורו וחיפר עד מוסו ימו בירגר רובה בירגר ריבה ז'וקובסקי נוחים ז'וקובסקי ניחמה говорите люди Называйте свои имена. Рубинштейн Гдаля. Рубинштейн Лена. Рубинштейн Нохин. Гаерик Рула. Гаерик Нихама. И их семьи. Это мои дедушка и бабушка, которые покоятся здесь, на этой земле. Каждый год, уже 20 лет, 6 или 7 ноября я возвращаюсь к ним. Я вспоминаю мысленно все их имена, а это ведь самые близкие родственники. Ведь от большой семьи,
А у моего дедушки было 13 братьев и одна сестра, и половина из них лежит в Каменке. באתי בכלל בסיפור האישי שלי, הייתי בצילין לגמרי, ואז הרב התחיל להגיד קדיש. ואיכשהו התחיל עם המילים של הקדיש, פתאום הכל השתנה בפנים. פתאום עברה לי מחשבה שאולי הבור הזה שם, הבור ההריגה הזה, אולי המשפחה שלי שם. כי סבא שלי נולד בבוברויסק. ואני לא יודע הרבה על המשפחה, כי אף פעם לא דיברו אצלנו בבית על זה. סבא שלי לא דיבר על זה, אבא שלי לא שאל אותו, לא דיבר על זה, אני לא שאלתי, לא דיבר... מבחינתי לא הייתה שואה. לא הייתה שואה. כשהייתי ילד, נער, לא הייתה שואה. תמיד אמרתי, אצלנו לא נספו בשואה אף אחד. ורק באמת בגיל הרבה הרבה יותר מאוחר, לא מתברר לי שהייתה משפחה. וחוץ מסבא שלי ובן דוד שלו, שעלו ב-1925, כל השאר נעלמו. Здесь жила семья моей бабушки Симы Рейзел и дедушки Гирша. Дедушка считал, что эвакуироваться не надо. Он помнил немцев по Первой мировой войне и говорил, что это интеллигентнейшие люди, и не надо эвакуироваться. Потому что мало того, что в 29-м году прадедушку раскулачили, а ему принадлежала большая часть вот этих домов, принадлежали все поля, которые за этой деревней были. И мой дедушка Гирш говорил бабушке, Шимрезл, мы заберем земли моего отца, мы заберем дома и будем жить. Мы никуда не поедем. Это было последний день перед тем, как должны были войти фашисты. Бабушка моя сказала, Гир, что ты говоришь? Мы должны эвакуироваться. У тебя сын воюет. Она его уговорила. Мне мама рассказывала, что они последние, которые эвакуировались от этого дома. Но здесь оставалась мамина сестра Нехама. Она была уже беременная. Соседи рассказывали, что фашисты вошли в этот дом, увидели беременную женщину. Они разрезали ей живот, вытащили ребенка и ударили головкой о печку. Почти вся улица эта погибла. И не только эта улица, но и соседние улицы. Те, кто по разным причинам не смогли эвакуироваться, не смогли уйти в действующую армию, не могли уйти в партизаны, они все погибли. Я понимаю, что из 10 тысяч уничтоженных в Бобруйском гетто, наверное, половина – это вот эти улицы. До войны это было довольно интересное именно еврейское местечко. Вот здесь вот были бы магазины все еврейские. Вот здесь была аптека стояла. Магазинов было очень много. Что было в этом доме? Магазин, который продавал часы. А в следующем доме, возможно, было какое-то кафе или ресторан. Ну, здесь была ешива известная. А сюда приезжали учиться с Америки, с Англии, с Великобритании, со всей Западной Европы. Сейчас ни одного еврея не осталось? Сейчас ни одного нет. בדרך מהכיכר לביתו של ויקטור, נתקלנו במשפצים של קבוצת בניינים, חלק מהמתחם של ישיבת מיר המפורסמת. בית הישיבה עצמו נטוש, מאז נמלטו תלמידי ורבני הישיבה לווילנה, אחרי סיפוח המחוזות המערבים של בלרוס, לברית המועצות בשנת 1939. חשבתי שבונים את המתחם מחדש. טעיתי. פשוט איש עשיר ממינסק קנה את הבניינים כדי לפתוח מלון למבקרים בטירת מיר הידועה.
Какие артефакты у вас есть в музее еврейской жизни? Ну, во-первых, я вас ставлю в пластинки, меня можно послушать на идиш, потом Тора еврейская, вот именно наша мирская Тора, фрагменты этой Торы, которые мне удалось приобрести у местных жителей. У кого? На чердаке она была как утеплитель. И по ней... Просто на чердаке? На чердаке, да, она кожаная, во-первых, и она ее использовали как утеплитель. Книги 1838 года у меня есть, по которым учились наши мирские ешиви. Виктор, как вам пришла в голову идея заняться еврейской темой? Ну, еврейская тема мне как бы пришла не то, что там сразу. То есть я переехал сюда, чтобы стать музеем истории поселка. Но потом, когда уже это все начало собирать, то здесь как бы раскрылась тема истории евреев. И как бы это составляющая история же по поселку, во-первых, здесь евреев было больше половины, почти 61%. Это история евреев, это история этого поселка. Поэтому я начал тоже увлекаться этой темой и начал эту тему раскрывать. И когда я купил это здание, то вон та стенка вообще на деле ремонта, она упала. Идут люди, говорят, о, смотри, будет сдать этот старенький домик разбирать. То есть они же думали, что вообще, что я сдался. Но я думаю, надо его восстанавливать. И вот однажды, когда уже начал его снова восстанавливать, я такой сон увидел, что я захожу в такой храм большой, колонны стоят, и вот там как бы сидит этот царь там, или то ли бог, и мне дают ключ. Большой такой ключ символический, вот, вот это ключ от этого здания, этого храма, владеем на пользу себе и на пользу людям. Я тогда когда не придал тому значения, но потом, когда уже все-таки этот музей добился, его сделал в течение 5-6 лет, этот ремонт закончил, это сделал, начал собирать вещи, когда люди начали ходить, когда у меня в музее можно все брать в руки, фотографироваться, послушать патефоны, музыку, то вот мы окунаемся именно в ту эпоху, в ту историю. И вот тогда я понял, что действительно это сон как бы такой... именно вещик, то есть он предсказывал, чтобы я этим занимался. То есть это все как бы от Бога. ноября 41 года началась стрельба. Стрельба началась с самого утра. Люди выходили из домов посмотреть, что происходит, и получали пулю. Люди пытались бежать в ужасе и получали пулю в спину. Их начали сгонять сюда, в центр, на площадь, где уже стояли два пулемета, и расстрел продолжался здесь. До войны в мире жило около 3000 евреев. Их начали выстраивать колонной и выводить в направлении замка. Мы знаем, что людей, которых приводили, вот колонна стояла от этой площади до замка, до той ямы, где людей расстреливали. Это была смысловая колонна? Это была колонна. Люди стояли и не разбегались. Там было всего лишь два полицая, которые вот как бы эту колонну контролировали. Они могли убежать? Люди могли убежать, теоретически. Но практически, я думаю, что это было вряд ли возможно. Потому что стреляли везде, трупы валялись везде. Немцы присутствовали везде, собаки, пулеметы. Не было ощущения, что хоть где-то есть спасение. Вот здесь, в этом костеле, во дворе этого костела, закрыли 85 человек, которых накануне расстрела оставляли уже... без списка оставляли эту группу в живых, потому что это были хорошие ремесленники. Люди из-за этого забора видели, что происходило здесь на площади. Сегодня в мире еще есть несколько человек, очевидцев того, что здесь происходило. Это было утро. Первым долгом, что мы услышали, выстрелы. Вот. И поэтому
начали по улице, начали двигаться еврейские семьи. И поэтому мы узнали, что что-то такое делается. Вот. И многие из этих семей шли просто туда, вот в поле, в лес. Но к нам пришло, я не знаю, человек больше, чем 10, потому что в гумне в этом прятались, в соломе, закрытые просто были в эту солому, залезли, чтоб их не видно было. Более человек 10. И кроме этого, еще вот в том доме, где жила тетя, там тоже несколько человек. Я знаю, что туда именно заходил полициант, и одна женщина пряталась в шкафу. Наверное, более суток сидели, потому что погром был дня 2. Сарай был закрытый, и его открывали специально для того, чтобы они там спрятались. Но и вы потом... тоже сами туда заходили? Я туда не заходила после того, когда уже дядя проходил по огороду, потому что и соседи ненадежные были. Вот. И проходил по огороду и услышал их там разговор. Это, конечно, было очень опасно, потому что везде здесь были полицаи. И тогда меня послали, чтобы не привлекать внимание, что взрослые. И я еще тогда ребенок был, и я туда пошла. Значит, говорю, что чтоб тихо они сидели, чтобы их никто не обнаружил. Ой, это жутко было. Это, я не знаю, это... Вы знаете, это теперь уже представить это страшно было, потому что ну, люди лежали на тротуарах, и тогда не просто подвозили на лошадях на вазу и собирали всех, и так вот грузили на эти на подводы и вывозили, и закапывали. Я знаю, что я не видела, но моя сестра старшая прибежала с плачем, потому что вот одна из моих одноклассников, она увидела ее на вазу, этот самый лежала, и коса у нее по этому самому. Вы знаете, страшно, конечно, это вспоминать и говорить про это. Вот это у меня картошка растет, и помидоры там, кусочек помидоры и эти гарбузы. А плотик посаженный виноград. Вы все выращиваете для себя? Все для себя. Вот, вот, вот мои курочки. Вот. Где вы жили до войны? Тут родилась, тут и жила. Скажите, я же пожалуйста. В этом доме родила, вот 1919 доме, да. года я. Скажите, вот пожалуйста, Нина Яковлевна, вы помните погром, когда выводили евреев на расстрел? Помню, дорогой, помню. Помню, и очень было сердечно больно, потому что это люди. Вы знали их? Конечно, соседи мои, друзья по школе. Мы на... Вот я... С Йошелем сидела на одной скамейке 5-й, 6-й, 7-й год. Семилетка у нас была польская. Пригнали, вывели из домов, с нашего дома, из папиного. И еще там соседний, вот тут роговой домик был, без топлива много. Вывели и постреляли. И увезли возле училища. У нас там похоронили, выкопали яму наши мужчины, пришли домой, некоторые совсем седые за этот суток, целых суток копали там, еще приводили этих убитых. Вот и наши мужчины, мои соседи старые, посидели одни. Это ж люди. Нина Яковлевна, соседи, которые жили здесь около вас, они все погибли? Все погибли. Все погибли.
Здесь естественный карьер. Здесь брали глину до войны. Но была еще вырыта яма специально накануне расстрела. И людей небольшими группами по 7 человек ставили на край ямы. Предварительно их раздевали. Забирали ценности. Поэтому те, кто был в хвосте колонны, они ждали. Они ждали своей очереди. Те, кто ждали, они видели, что происходит? Абсолютно. Почему никто не пытался сопротивляться? Когда оцепенение, ужас, страх парализуют человека, он действует чисто механически. Я знаю случаи, когда во время селекции семью разделяли. Часть семьи шла в колонию на расстрел, а часть семьи оставалась в группе, которую оставляли выжить. И те, которые шли на расстрел, звали родственников. Мы должны быть вместе, идемте с нами. Они не могли перейти к тем, которые оставались живы. Но они хотели быть вместе все равно до последнего и готовы были умереть все вместе. Вот в этом месте их и расстреливали. Это окраина поселка была. Здесь заранее была выкопана яма, и вот сюда их подгоняли по 3-4-5 человек и раздевали перед тем, как расстреливать. И в эту яму они падали и расстреливали. Там еще люди шли в колонии, а здесь уже начинался расстрел. Почти 700 человек здесь было расстреляно. Вторая колонна, одну колонну туда. 700 человек – это могила длиной метров 10-15, да, длиной, да, метра 3-4, да, как обычно. Они... То есть эти дома стоят на могиле? Ну, получается, что, возможно, где-то она и захватывала их, да. Вот. Первое место расстрела, которое я увидела, памятник, это находящийся рядом с замком. А то, что расстреливали еще здесь, я узнала позже. Для меня это, конечно, действительно шок, что буквально в 10 метрах от памятника стоят дома. 700 человек. Скажите, пожалуйста, когда построили ваш дом? Ой, мы сюда приехали. В общем, дом этот, возможно... Не, я не хочу на камеру. Извините, вы знаете, что здесь могила? Знаю. Мы же ухаживали за могилой этой, пока еще была возможность. А теперь уже... А кто сажает цветы здесь? Ну, школьники в этом году приходили. Так вот там жила, в этом доме жили люди, сажали. Вам не страшно, что здесь могила? Ну, мы приехали, знаете, это был 89-й год. Чего тут уже страшного могло быть? Итгадал виткадаш шмей раба. Баалма дивра хируте ויאמליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרא משיחי. בחייכון ובמחון וחייד כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם ולמעולמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם, והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעלה מכל בריחתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואימו אמן. יש למה רבה משמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן. עושה שלום עם עומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. Дзержинск, 1600 человек в октябре 41 года. Столбцы, 1000 человек в июне, 3500 в июле-ноябре 41-го. Несвиж, 1600 в октябре 41-го, в июле
42-го 1200. Кополь в марте 42-го 3000 человек. Грозово и Греск, это две деревни рядом, 1000 человек. Слуцк, октябрь 41-го, 11 700 человек. Махорты, 2000 человек в марте 42-го и в феврале 43-го, 3000 человек из гетто Слуцкого. Уречье, 1000 человек в 42-43 году. Солигорский район в трех деревнях более 2000 человек в 41-м году. Эти цифры относятся только к этой дороге. Накануне вечером я пришел домой, что надо уходить в лес. Мама меня не отпустила. Сказала, что будет с нами, то будет с тобой. Я думаю, мама надеялась на то, что фашисты не будут детей и женщин расстреливать. Моя старшая сестра вышла из дома к соседям зачем-то. Приходит, говорит, немцы, полицаи всех выгоняют из домов. Не прошло и 10 минут, это было уже где-то, уже рассвело, два полицая заходят к нам. Одевайтесь, выходите из дома. Мы оделись кто как мог. Я, мать, четыре сестры. Нас всех собрали в саду райисполкома. И была дана команда собираться только по 100 человек. Составили приблизительно 7 команд. Около 12 часов первые 100 человек вывели из сада райисполкома, и куда мы не знали. Я оказался где-то в 4-й сотне. Тех, которые выводили до нас, назад не возвращались. Мы все поняли, что это конец. Нас повели тоже. Впереди два немца и полицай. И сбоку по два полицая. И сзади два немца с собакой. Подходя ближе, мы увидели, что там стоят мотоциклы с немцами, с пулеметом. За ними стоят полицаи, а за ними какая-то машина стоит. Где-то танк, где-то тракторы. И мы, когда туда подошли, мы увидели щиты такие. И нас, эти 100 человек, три щита было, начали гнать, чтобы мы становились на эти щиты. А сзади, мы уже заметили, была такая яма большая. В яме мы уже увидели, одним глазом было видно, что там лежат убитые. Но как их убивали, мы еще не знали. Мы еще не знали. Я дрожал. Было не то, что от холода, как-то трясло меня все. Но что я заметил, все люди, которые стояли, все евреи, которые стояли на этих щитах, у всех были белые лица. Видимо, тогда же, видимо, у всех стали волосы тоже белые. Может, длилось это не больше 2 минут. Потом послышалась команда на немецком, трактор загудел. Я почувствовал момент сильнейший удар в ноги. Все, и больше ничего не помню, что было дальше. Захотелось мне дышать, а дышать не могу. Захотелось двигать ногами, ноги не двигаются, руками тоже не двигается все. Но я понял, я живой.
я начал понемножку двигать руками и ногами, насколько мог. И когда немножко освободился, я смог выбраться чуть и увидел, что все лежат убитые. Яма, в которой я лежал, была очень глубокая, но надо мной было еще метра два высота. Как же вылезть из этой ямы? Я начал подбирать мертвое тело, кого поменьше, кого мог подвинуть, и таскать руками и к стенке ямы. Так где-то, может, не меньше часа я потаскивал тела, делал себе так ступени. И ступени я мертвое тело сделал где-то не меньше, чем на метр, я думаю, или полтора. И руками взялся за край ямы, потянулся немного, выполз наверх. Несколько дней я прятался под печками, то в нашем доме, то в соседних еврейских домах. Узнал, как был я убит, и все остальные, только через две недели, когда я был в партизанском отряде, когда стало известно, что в Любани гетто ликвидировали электрическим током. Вот тогда мне стало понятно, что за танк, что этот трактор стоял слева. Что, оказывается, это стоял генератор высокого напряжения. Как вы выжили? Что вас спасло? И они стали спрашивать, как ты был одет, и все. Я говорю, был одет в ботинках и галоши над ними. Он говорит, тогда все понятно. То, что ты был в галошах, это тебя спасло. Вы не боялись, что немцы узнают, что кто-то спасся, потому что вы оставили после себя такую трагическую лестницу из погибших? Я об этом даже не думал, потому что я знал, что когда нас собрали в саду райисполкома, гетто никого не осталось. Гетто никого не осталось, что все погибли. חורף 1941-42 היה קר במיוחד. במקומות רבים צנחה הטמפרטורה מתחת למינוס 40. בקרב על מוסקבה נחל הצבא הגרמני את התפוסה הראשונה מתחילת המלחמה. בשטחים הכבושים, כולל בלרוס, נמשך הרצח הטוטלי של יהודים. בעיר נובגרודק פגשתי את תמרה וירשיצקה, מייסדת מוזיאון ההתנגדות המזוינת של יהודים בשואה, הראשון בשטחי ברית המועצות. Я впервые услышала о том, что есть такое слово «Холокост». Я впервые узнала о том, что в Новогрудке жили евреи. Я впервые узнала о том, что большая половина жителей нашего города были евреи. И что в тех четырех могилах, которые у нас в городе и вокруг города, лежат евреи. И я очень долго держала эту тему вот так. Когда это произошло? В каком году? 91-й, 92-й. Это продолжалось до 1998 года, когда я, знаете, как будто бы что-то начало приоткрываться. Люди стали об этом говорить, люди стали вспоминать, говорить, а вот это было не так, я знаю это по-другому. И тогда я стала исследовать сама, что же было на самом деле. Первая акция массового уничтожения в Новогрудке состоялась 8 декабря 1941 года. Всех евреев города собрали в здании суда. После селекции около 5000 евреев на грузовиках и в пеших колоннах через городскую площадь отправляли в направлении деревни Скрыдлево, где заранее были подготовлены могилы. Вот этот дом.
Мы в этом доме жили. Их вели по этой улице прямо? Да, по этой, по этой дороге. И вот в этот переулок, и туда к лесу. И когда начали везти людей, отец велел, чтобы вы сразу легли на пол? Чтобы мы легли или сели на пол, чтобы мы близко к окну не подходили даже. И вот мы слушали, потому что он нас бил за это. И потом, когда стреляли, мы слышали, тоже лежали все на полу. Потом уже встали мы, когда перестали стрелять. И тогда через каких-то час, может быть, побежали в лес. Дети собрались тут, соседи, и побежали в лес смотреть, где их расстреливали. Что видела? Видела тут дорожку, и по обе стороны этой дорожки были ямы выкопаны. Эти ямы уже были накрыты землей и были политы черной какой-то мазутой. Когда мы, дети, забежали на эту дорожку, мы увидели, что земля шевелится на этих ямах. Мы обратно побежали туда домой, испугались, что тут живые люди, закопанные. Мы прибежали домой и стали говорить родителям: «Папа, мама, там люди живые, закопанные, там люди живые, там земля шевелится». И тогда папа снял ремень и стал нас бить за то, что мы сюда прибежали. Он боялся, что, может быть, полицаи придут и увидят тут детей и подумают, что это еврейские дети прибежали сюда глядеть. А тут костер горел как раз в этом в начале этих могил. Тут ихняя одежда догорала. По-видимому, когда их расстреливали, их заставляли раздеваться. Двадцать лет я этим занималась. Я задавала себе вопрос: зачем? Почему я? Ответ я получила совершенно случайно в прошлом году от своей мамы. Она рассказала мне одну историю. Мой дедушка до войны был коммунистом, был председателем колхоза. Начинается война, коммунисты и люди, которые работали в администрации советской, это жертвы в списке номер один. И мой дедушка уходил один, оставив семью, жену и двоих детей, со своим другом. Его друг был еврей. Они идут через лес и доходят до того места, где дорога расходится в две стороны. И мой дедушка очень хороший человек, он говорит своему другу: «Знаешь, нам не по пути. Я пойду по этой дороге, а ты пойдешь по той». Они разошлись. Мой дед попал в Читу за Урал, пережил там войну, после войны вернулся. Я не знаю, где и как его друг уцелел, но он тоже вернулся. Они больше никогда не разговаривали после войны. Они никогда не встречались. Сейчас я чувствую себя тем самым евреем, который остался один в дремучем лесу, который не знает леса, который идет, чтобы не стоять на месте. То, что мной двигало на первом этапе, когда я узнала историю евреев Новогродка, это было ощущение несправедливости. Все, что я делаю, это моя маленькая попытка исправить, то есть восстановить справедливость.
1 февраля 42 года на Залятовской дороге были расстреляны 2000 человек еврейской национальности. Вы многих из них знали? Я знал многих. Я знал врачей, которые меня лечили. Я знал детей, которые вместе со мною учились. Мы перед войной окончили 1 класс. Что произошло с доктором Чертовым? Когда евреев привели к могилам, заранее выкопанным, то полицаи говорят доктору: ты уходи, ты будешь нас лечить, ты нам нужен. Он спрашивает: а как моя семья? А их мы расстреляем. И тогда доктор Чертов взял на руки свою 8-летнюю дочку и первый пошел в могилу. Вот так. Это ваша соученица Оля Чертова? Это моя соученица. Отличница учебы, в которую я был влюблен когда-то по-детски. В этом доме жил кузнец Борух Гельфанд, Берка. Так вот, когда началась война, соседи предупреждали: Берка, уезжай. Немцы расстреливают евреев. Он не поверил. Он помнил тех немцев, которые приходили сюда в 1918 году. Интеллигентные люди. И Берка сказал: немцам нужны специалисты. Я хороший специалист. Зачем они будут меня расстреливать? Но это уже были совершенно другие немцы. И вот, когда пришли выселять семью, чтобы гнать в гетто, оскорблять стали. Он оказал сопротивление. Полицаи повалили его повалили и жестоко замучили. Гвозди, рассказывают, стали забивать в голову, пока он не умер. Вот так. Ну, а семью в гетто и через пару месяцев всех там на Замятовской дороге, в урочище Глинище, расстреляли. Скажите, пожалуйста, где было гетто? Пойдемте. Вы знаете, что когда оккупировали город, то до того я не знал, что есть разные национальности. Не знал, что есть такие люди, евреи. А тут им приказали нашить шестиконечные белые звезды. Большие такие. Одну на груди, другую на спине. А потом поменялся комендант в городе. Так, и евреи стали носить повязки с желтой шестиконечной звездой. Ваш дом оказался на границе гетто? Нет. Гетто начиналось через 3 дома. В этот день вы были дома? Я был дома. Что это было воскресенье. В школу идти не надо было. И вот пошел слух, что будут расстреливать евреев. Так. Ну, я, конечно, зашился в угол, я страшно боялся. И потом
стали стрелять. Это было с утра как-то. Мне кажется, вот такой, как сегодня, солнечный день был. И выстрелы начались с утра. Извините, что я спрашиваю. Ребенку 8 лет. У вас уже было понятие, что такое расстрел? У вас уже было понятие, что такое убить человека? Было такое понятие. Расстрелы были чуть не каждый день. Вот какое положение было. Не только для евреев жизни не было, но не было жизни и для белорусов. Гетто начиналось вот от этого дома. Угу. Здесь были ворота и перегораживали эту улицу. Несколько десятков домов. И 2000 людей были сюда собраны. Только метр, полтора метра на человека? Вот так. Это жуткие условия, но недолго. В 1860 году в городе Челине была образована общественная пожарная команда. Сформирована была она из евреев. А как мы знаем, евреи были в том числе и хорошими музыкантами. На основе этой команды был сформирован и городской оркестр музыкальный. Осенью 41-го всех евреев, жителей города Челине, согнали в гетто. А 1 февраля 1942 года все 2000 человек, все жители еврейской национальности, были расстреляны на этом месте и захоронены. Все. У пожарных существует традиция, когда мы прощаемся со своими товарищами, которые либо умерли, либо, не дай бог, погибли при тушении пожаров. Мы прощаемся их с ними с помощью сирены. Сегодня тоже здесь прозвучит сирена нашего автомобиля пожарного. Тем самым мы скажем, что мы знаем историю города Череня, чтим их жителей, знаем произошедшее здесь 1 февраля 42 года и никогда об этом не забудем. Нам, современному поколению, тяжело оценить тот ужас, понять то преступление, которое было совершено на этом месте. Я придумал, чтобы как-то оценить масштаб трагедии, в том числе с помощью спичек. Вот это ужасная куча, не куча,
количество спичек, если представить все это в человеческие тела, это женщины, дети, старики. Представить невозможно, но так оно было. И об этом необходимо знать и помнить. Холокост, переводя из греческого, называется «всесожжение». Я предлагаю поджечь эти спички. Это всего лишь спички. И пусть души тех детей, которые мерзли 1 февраля 1942 года, когда была очень холодная погода, и детей, и людей, евреев, перед расстрелом заставили раздеться до нижнего белья. И в ожидании своей очереди расстрела они стояли, мерзли, калели. Когда в первый раз вы попали на место расстрела? После освобождения, где-то в 44-м году. Вы помните этот день, что вы там увидели? Я увидел там две могилы. Две могилы большие. Вот так. И еще, что мне запомнилось, собаки разрывали эти могилы, а я, школьником младшим, коров пас. И вот я за коровой бегу, ищу корову, и тут черепа человеческие в этих кустах, в одном месте, в другом месте. Вот такие дела. לפני מספר שנים הכרתי בעיר ויטיבסק את ארקדי שולמן, סופר ועיתונאי, והכי חשוב עבורי, חוקר גורל היהודים בבלרוס. Я занялся этой темой лет 20-25 тому назад, это начало 90-х годов. Ну, во-первых, до этого времени, будем говорить прямо так, как есть, этой темой как бы и не очень можно было заниматься. Знаете, на всех памятниках, на местах расстрелов писали «Здесь погибли советские люди». Слово «еврей»-то практически, так сказать, даже на памятниках этого слова не было. Поэтому, ну, а кроме того, наверное, к этому времени вот подошло какое-то внутреннее такое, я не знаю, чувство, что надо это, этим заниматься. Расскажи мне о Витебске и о Витебщине накануне войны. Небольшой, уютный, такой тихий городок. До войны, насколько вы знаете, в Беларуси было 4 государственных языка, в том числе и идыш был государственный язык, и готовили преподавателей для школ, были школы. До середины второй половины 30-х годов были школы, которые на идыш работали. Если мы посмотрим, что осталось от еврейского Витебска, что можно здесь увидеть с того времени?
От еврейского Витебска осталось само место, где находился этот еврейский Витебск, в первую очередь. И если есть некая аура, то она осталась. Вот это здание, вот вы видите, вот двухэтажное здание, угловое. Прямо перед вами угловое. Здесь был Талмуд Тора. А рядом, вот левее, мы видим здание с зеленой крышей, такая островерхая крыша. Там был еврейский педтехникум. Мы с вами идем к берегу Двины. Немцы заняли Витебск 9-11 июля. И буквально через несколько дней, по-моему, 15 или 16 июля, устроили перерегистрацию всех евреев на половину евреев и на четверть евреев. Зарегистрировалось 16 тысяч человек. Но люди были законопослушные люди. Многие пришли, очень многие. Вот там, вот на том берегу Западной Двины, между железной дорогой и Западной Двиной, но фашисты устроили так называемую черту оседлости. Здесь вот в бывшем клубе металлистов вот это здание. Вот он стал как бы центром этого гетто, потому что весь квартал вот этот вот входил в это гетто. И когда начались расстрелы? Расстрелы начались еще до гетто. И они продолжались все время. А кроме расстрелов, люди умирали от голода. Вот там были каштаны. Так вот, каштаны были на 3 роста человека, ободраны от коры. На 3 роста люди становились на плечи друг другу, еще на плечи, и кору снимали. И эту кору люди ели. Подходили соседи, таких много случаев. Подходили там, кто картофелину кинет, кто там свеклу даст, морковку, кусок хлеба. Помогали каким-то образом. Но охрана стояла, где-то было огорожено деревянным забором, колючей проволокой. Стояла охрана, и не пропускали, в людей стреляли. Самые большие акции были со 2 по 12 октября. Ежедневно отсюда на машинах к месту расстрела по 800 человек вывозили. Люди, да, пытались бежать. А куда было убегать, скажите? А куда, если люди убегали с одного гетто и прибегали в другое? Зима 41-42 года, страшные морозы. Какая температура? В Толочинском районе, если я не ошибаюсь, стрелка термометра была за 40 градусов в эту зиму. Минус. Показывал. Минус, конечно, минус. Несколько дней. Да, были такие мужественные, благородные люди, которые прятали у себя. Но их были, прямо скажем, единицы. А больше людей, смотрите, делало, то есть давали кусок хлеба, могли дать паспорт, но за то, что прятали, ведь расстреляют их самих. Мы многого еще не знаем. И многого знать не будем. Почему война ведь унесла жизни, знаете, десятков, сотен семей, и никто уже как бы не расскажет. Вся семья была выкошена, все соседи были убиты. Некому вспомнить. Помните день расстрела? Помню. Подъехали на лошади, и здесь был конпарк, нам запрягли лошадей и пошли за немцами, за фашистом. Я свою лошадь поставила вот напротив того столба. Здесь Соловьёвы жили. Вывели первую бабушку, а вторая вышла, дочка, и с маленькой девочкой 2 месяца. И третья, четвертая уже вышла, девочка 35-го года, Люда. Прошли мы дальше сюда. Она вышла, мы дошли, наверное, нету сколько. У ней скинулись сапог, упал. Я начала этот сапог. Она начала поправлять, он ее хлопушкой по спине. Я тогда согнулась вот так вот, одела ей и пошли. Она села на сани, довели. Отсюда дальше идем. Тут была Рохля. Вышла эта Рохля одна. Тоже пошла на эти сани. Потом вышла Гинда. Наработала портниха и шила все. Тоже на мои сани.
здесь жила, вот как дерево это пройти, жила Гинда. Она вышла одна, у ей больше никого не было. Ну, это вот мой участок весь. Вот эти все деревья, это все мое. Сколько людей село к вам в сани? У меня или 7, или 8. Что-то не считала. Когда люди садились к вам в сани, они уже знали, что их везут на расстрел? Они знали, что на расстрел, что их будут расстреливать. Они уже были предупреждены, что будут их убивать. Ну, не знали, когда. Ну, за 3 дня, в общем, предупредил мой отец. Сказал ему бургомистр, предупреди, может, кто, может, с мужиков куда-нибудь скрыться. Мы еще хотели взять, но нас бургомистр предупредил, говорит, вас полицаи продадут и вас расстреляют. Подъехали мы сюда. Они развернулись как-то вот. Показывать же нельзя. Можно. Можно. Мы развернулись вот так и подъехали к яме. Но яма была глубокая такая, но она как-то была отхилистая, что ровно можно. Когда вы подъехали, люди, женщины сами сошли с саней или их выволокли? Нет. Которые выходили сами, а не которым помогали тянуть. Людочка вылезла первая, она сидела около мамы, бабушка там сидела. Бабушка не могла вылезти, бабушке кто-то подал руку там. Она вылезла. А потом, когда начала вылазить, и эту девочку на руки прижала так себя, он берет ее с рук, хватает эту девочку у руки и штыком, и кинул вот так вот. Я же видела сам расстрел, как он встал и пошел вот так вот. Падали только и сразу кров. Мы еще трошечку ж хотели остановиться, посмотреть. Так надо же было быстрее ехать, еще рейс сделать. Там вообще кров было. На завтра еще яма дышала. Николай Дмитриевич, когда первый раз попали на это место? Это был 1989 год. Вот мы вышли с инициативой отметить 6-летие со дня образования колхоза «Коммунистический манифест», который находился именно на территории вот, Сухарей. Да. Я работал секретарем партийной организации в колхозе «Коммунистический манифест». И начал разговаривать с местным населением. Ну и вот местное население подсказало, что, значит, вот были расстреляны все мирное население еврейской национальности с местечка Сухари. Они назвали дату? Да, они назвали дату 23 февраля 1942 года. Когда я работал главным агрономом, значит, у реках там все, всегда нам мешал этот камень, валун, ломали технику, плугами доставали, ну, то корпус отломают, то лемех, ну, и механизаторы, значит, обратились, что надо его достать. Вот выкопали этот камень, и мы о нем вспомнили. И когда камень был установлен? Камень был установлен на месте расстрела еврейского населения, значит, в 1996 году. Я вот тогда начал чертить схему расположение еврейских домов. Кто где жил по Чауской улице в местечке Сухари. То есть вы решили восстановить еврейские Сухари, так как это было до войны? До войны, да. И кто в этих домах проживал? Какой состав был семей? И кто расстрелян был в Рощ-Шелипке? Там Анна Максимовна говорила, что жил
Дудкин, это, собственно, друг моего отца был, Исаак Моисеевич Дудкин, да, вот, ага. Наверное, это его семья там жила. А Дысины уже по улице Советской, на тракте Могилёвской. Буквально нет, да? Вот если Дудкины были вот здесь, вот на углу, чуть-чуть вот да. Влево, угу. Влево, значит, Дысины жили. Вот здесь вот, значит, был дом вашего дедушки, Хайк Литин, так? Угу. И с дочерями. Йента, Гита. Угу. Фаня. Ну, в деревне ваша дедушка называли бляхером. То есть это лудильщик. Он занимался ремонтом посуды. Медной посуды. Чайники, кастрюли, самовары. Он где-то паял их, где-то клепал и так далее. То есть вот так был, такой был нужный ваш дедушка. Саша, здесь все семьи вашего дедушки тоже? Да. Когда вы знали о том, что ваш дедушка и его семья погибли здесь? В общем-то, практически советские годы об этом особого разговора не было. Ну, как-то и не придавали особого значения этому. А уже где-то в 90-е годы, наверное, осмысленно это почувствовал. Когда начал работать над книгой «История евреев», тогда я уже это понял. Поэтому для меня было важно возвратить как можно больше фамилий и как можно больше изображений тех людей, которые погибли и которых не увидят свои их потомки. А здесь же где-то недалеко синагога была, да? Синагога буквально вот за парком, вот этот впереди парк, была еврейская деревянная синагога, двухэтажная. Она действовала до середины 30-х годов. А что говорили, когда закрыли синагогу? Там что-то было после этого? Синагогу, когда закрыли, у войну там фашисты сделали склад оружия, был. Угу. А до войны... Это вот здесь, вот, да? Вот здесь? Да, в синагоге. Так, культурное учреждение было, вот чтобы не... Типа клуба что-то? Или что? Нет, что-то типа библиотеки. Библиотеки, так вот, да. Неужели это настолько важно? Ну, пошло, было, была трагедия, было несчастье. Но прошлого уже не вернешь. Почему вы так настырно этим занимаетесь? Это какая-то потребность внутренняя, которая живет сама по себе. С возрастом это понимание, как бы, оно вот появляется у тебя в голове. Вот ее не было, потом раз, и появилось понимание того, что тебе это необходимо. Тебе необходимо знать, кто были твои предки, как они жили, чему радовались, от чего горевали. Не знаю, я не смогу вас научить этому. Наверное, вы это сами прекрасно понимаете, и у вас это тоже живет. בדרך למינסק עצרנו באתר הזיכרון חתין. במרץ 1943 נקמו הגרמנים על חיסול קבוצת חיילים על ידי הפרטיזנים ושרפו את הכפר חתין יחד עם התושבים. 149 אנשי חתין נשרפו חיים באסם. רק בודדים ניצלו. יוסף קמינסקי, נפח הכפר, איתר בלילה את בנו פצוע קשה. הבן מת בידיים שלו. בשנת 1969 הוקם אתר הנצחה לזכר מאות כפרים בלרוסים שנשרפו על ידי הנאצים בשנות המלחמה הפטריוטית הגדולה. אחד מיוצרי האתר היה אדריכל ליאוניד לוין.
היינו חברים שנים לא מעטות. אני תכננתי לצלם את הסיפור שלו על הקמת האתר. לא הספקתי. באחד במרץ 2014 ליאוניד לוין נפטר. נותרו בידיי רק צולמי תחקיר. Хотели сказать нет войне. Не языком автоматов и касок, а языком какого-то человеческого чувства. Вот. И потом мы хотели показать человека. Потому что у нас был соцреализм тогда такой махровый. И человек как-то не считался. Главное было это автомат, каска и ура. Победа, Битевсы. А нам захотелось показать человека. Человека такого, я бы сказал, непокоренного. Когда мы туда приехали в марте месяце, первая встреча с Иосифом Комбинским, тем, кто горел, было очень, была уже весна начиналась, и было очень много жаворонков. И вот мы вдруг поняли, что вот этот контраст тишины в этом месте и пения жаворонков и есть основной смысл того, что мы задумывали. Потом у нас уже жаворонки переросли в звук колоколов. Когда первый раз ты столкнулся с темой Холокоста? Как архитектор, как творец? Как архитектор я столкнулся в 91 году. Я не занимаюсь, я был творческий человек, признанный уже в республике, но я не занимался темой Холокоста. И вдруг, познав, узнав всю эту трагедию, может быть, не всю, но часть, которую тогда мы знали, как-то я перед Всевышним, мне это не громкие слова, как-то я дал себе обет вот перед Наташей, перед семьей, что все мои оставшиеся жизни я посвящу памяти Холокоста. Где был твой первый памятник, который первый ты поставил? Первый памятник был Яма. Первый памятник был Яма, Минскому гетто. Я знал, что по еврейским законам там нельзя изображать лица. И там поэтому у меня тени. 27 фигур, но вы ни на одной фигуре не найдете конкретное лицо, конкретный нос, там, глаза или... Да, вы увидите, что это люди изможденные, полураздетые, беременные, старики, дети. Вот. Я был где-то в душе доволен тем, что я, наконец, смог своему народу отдать долг. Когда я впервые оказался на этом месте, уже почти 20 лет назад, первый шок, который я здесь испытал, смотрите, ведь мы находимся в окружении города. В центре города. Да, и здесь дома, ходят люди, здесь гуляют с собаками, как и сегодня, здесь птицы, и здесь как будто бы жизнь, одновременно смерть. Сколько таких мест в вашей энциклопедии Холокоста на территории СССР? Ну, более 2000 таких мест, где убивали евреев, где вот были такие же места, ямы, рвы, балки, логи. И вот это вот место рассказывает о том, что реально происходило здесь в один конкретный день, где не... 2 марта 1942 года. Да, да. Так называемая акция «Пурим», когда... Нацистам нужно было в очередной раз. Это мы помним, точно. Да, она так и называлась, эта акция «Пурим». И в отличие от других акций, уже как бы опыт очищения гетто, который происходил, в общем-то, перманентно, нужно было новые места для прибывающих евреев, в том числе из-за границы, это депортация, там около свыше 30 тысяч евреев Рейха, которые сюда поступали из других оккупированных нацистами. Да, нужно было освободить. Освобождали место, да. Привозили из Бремена, из Гамбурга. Да.
уже окончательное решение еврейского вопроса. Оно начиналось в эти же примерные дни. Уже прибывают первые эшелоны в Аушвиц. А здесь эта акция 2 марта 1942 года, она началась с уничтожения всех детей из еврейского детского дома, 300 человек. То есть для нацистов уже было не только освобождение места, когда там квартал, какая-то улица нужна была такая, нетрудоспособная, тех, кто уже не нужен был. Стянуты очень большие силы карателей. То есть все продумано, минимально можно, так сказать, представить себе, что люди где-то могут спрятаться. Их убивают на улицах. У домов просто, так сказать, там же, где эти люди жили, и вот появляются эти груды трупов, которых нужно переместить. Была какая-то норма, они знали, планировали, вот 5000? Не было такой нормы какой-то. Количество людей в ходе одной акции, светового дня, акция начиналась рано утром, она не делалась во второй половине дня. Причем, видите, для Минска было все продумано до мелочей. Например, эшелоны с иностранными евреями, которые прибывали в город, они должны были прибыть во второй половине дня. Утром людей убивали. Да, и первое, что они проходили, вот когда они приезжали сюда, они видели трупы на улицах. Вот за этой колючей проволокой, вот с видом на эти вот ямы, горы трупов. Все это тот шок, который люди испытывали, оказавшись здесь. Но вот мы говорим все время о смерти, мы все время говорим о числе убитых. Но к марту 42 года люди живут здесь в гетто с июля месяца. То есть это уже 10 месяцев той жизни, которую очень сложно назвать жизнью. Это иногда уже кажется в таких вот условиях, что смерть является избавлением. Марта 1942 года на рассвете карательный отряд фашистов в белых маскировочных халатах на лыжах оцепил местечко плотным кольцом. Что было дальше, написал в своем письме очевидец Липшин Петр Фадеевич, который попытался спасти своего друга, еврейского мальчика Мотю Златина. Да, это было жуткое утро 17 марта 1942 года, когда каратели окружили колышки. Они начали сгонять все население на базарную площадь. И русских, и евреев. Но затем всех русских отпустили по домам, а евреев заперли на колхозном дворе. Мы, пацаны, я, младший брат и Мотя Златин спрятались у нас в подвале. А мать осталась караулить. И вот, когда немцы всех согнали на площадь, мы уже думали, что они не вернутся. И детское любопытство взяло верх. Только мы вылезли из подвала, как вошел полицай Романовский. Он сразу бросился к Моте и за воротник потащил его на улицу. А матери приказал, чтобы мы сидели дома, пока он не придет. Скажите, пожалуйста, кто написал вам это письмо? Мальчик. Мой одноклассник. Базарная площадь, это вот эта площадь? Вот эта вся площадь называлась Базарная. Здесь были дома частные и магазины. Когда каратели здесь хозяйничали, на площади был разложен костер большой. И они тут кого хотели расстреливали, кого хотели щадили. Детей расстреливали маленьких. 17 марта на рассвете нам кто-то постучал, и нам сообщили, что прибыл карательный отряд. Мы попытались выйти за пределы местечка. И когда мы дошли до конца улицы, выросли две фигуры мужские. Оказалось, что это были каратели. Они нам скомандовали «Цурюк», и мы вернулись назад. И мы зашли в первый попавшийся еврейский дом на этой улице, потому что деваться было некуда.
Ну вот примерно вон там, где вот эти кусты вон там начинаются. Вот там стоял этот дом. Деревянный, деревенский, одноэтажный дом. Мы туда зашли и увидели, что подвал в первой половине дома занят. И тогда делать было нечего, спрятаться некуда было. И мы зашли в жилое помещение и спрятались в подвале, таком низком, где обычно хранят картошку зимой. Но там картошки уже не было, а только была пыль и грязь. Кто там спрятался? Спряталась там моя мама, моя сестра, которая была старше меня на 4 года, и мой брат маленький, ему было 2,5 года. И туда еще спряталась женщина, беженка из Витебска. Ее звали Фаня. А на печи в комнате спряталась девочка, дочь Фани, которая залезла с нами в подвал. Она не могла идти, потому что у нее были больные ноги, и она осталась там. Когда мы уже крышку закрыли, посидели, наверное, с полчаса, мы услышали, что заходят люди. И речь услышали немецкую и русскую речь. И вдруг там заплакал ребенок в том подвале рядом. И они тут же всех оттуда убрали. А потом они обнаружили девочку эту на печи. Ну, мы слышали, как она говорила: «Дяденька, не надо». Несколько раз она повторила: «Дяденька, не надо». А потом мы слышали выстрелы, ну, ее расстреляли, конечно. А потом мы почувствовали запах дыма. И тогда мы поняли, что дом горит. И тогда мама сказала: ну что, дети, давайте обнимемся, все равно мы погибнем. А сестра моя говорит: нет, мама, давай мы выйдем, пусть лучше нас расстреляют, потому что гореть очень больно. И она поползла и случайно наткнулась головой, крышку сняла, открыла крышку. И когда она открыла крышку, туда упала девочка убитая, младшая девочка хозяйки дома, та, которая плакала. И тогда мы вышли с подвала. Мы пробежали через двор в сарайчик, который стоял во дворе, и там сидели. Сидели долго тоже, часа полтора, наверное, мы там просидели, пока мы увидели через калитку, которая во двор вела, что колонну евреев повели вот в это направление, вот на Лёзнин. По этой улице сюда? Это Лёзнинская улица, где находится наш райцентр Лёзнинский. Сколько? 20 километров? На расстоянии 20 километров от нас. И колонну евреев туда повели. Кто из вашей семьи, из ваших родственников? Из наших близких родственников погибло 20 человек. Моя мама после этой трагедии прожила 32 года. И не было дня, чтобы она не сказала: подумать только, из такой большой семьи никого не осталось. И каждый год зажигала поминальную свечу. Теперь эту свечу зажигаю я. בסוף חורף 42, אף אחד לא ידע כמה זמן תימשך המלחמה ואיך היא תסתיים. דבר אחד היה ברור, הנאצים כבר חרצו את גורל היהודים בבלרוס ובכל השטחים הכבושים.